Здравствуйте. Возможно, вы только что как раз Владу ответили на этот вопрос, но я уточню. Вы во вступительном слове сказали о том, что мы начинаем чувствовать наш порцов через вот эту как раз работу, если я правильно понял. А это и есть вот ощущение поручительства и то, что мы в общей лодке, то, что вы сейчас ответили? Да. Кен. Да. Это в целом приводит нас к объединению между нами. Когда в объединении между нами мы раскроем Творца, который уже давно находится там. И эта связь со Шхиной, раскрытие Шхины, и есть у этого разные степени, можно тут как-то еще уточнить? Конечно, в связи между нами раскрывается весь наш эгоизм все больше и больше и больше, и мы преодолеваем его с помощью того, что мы, вопреки этому эгоизму, объединяемся между нами еще больше и больше и больше. Это называется ступенями подъема. Это 125 ступеней, по которым мы приближаемся к концу исправления, к полному взаимовключению друг в друга и раскрытию совершенного Творца между нами. Это, по сути дела, вся система так раскрывается. И еще последнее уточнение. Вот эти уровни 125 ступеней, это то, что вы еще раньше объясняли о работе с Авьютом на разных уровнях, что мы преодолеваем и раскрываются духовные миры. Верно. Конечно, да-да, верно. Так оно и есть. Нет у нас больше с чем работать. В общем, это наша природа. Главное — это очистить себя от разной путаницы посторонней, потому что на самом деле это тропинка к концу исправления. Путь к концу исправления — это путь очень-очень должен быть ясным, чтобы мы очистили его от всего мусора, от всех помех. Все. Когда есть здесь только один Творец и единое кли, в объединении между нами как можно более тесным, и вперед.